Друзья, добрый вечер. Мы наконец-то добрались с Алексеем до моей кельи. У меня здесь нормальный интернет. Вот, так что, хоть и чуть с опозданием, то есть мы сегодня 19-часовой объединили с 20-часовым. Вот, но все-таки ехали, вот мы буквально только 20 минут назад заехали. Вот ко мне домой. То есть, опять же, друзья, вот чистый анализ. 24 километра от МКАДа. И там нам 10 километров было от центра Москвы до МКАДа. То есть 34 километра. Если бы мы ехали со скоростью 60 километров в час на юнибайке и крутили педали, то, в принципе, друзья, за 25 минут от центра мы бы доехали до дома, причем сами вырабатывая энергию. То есть, альтернатива, то, что сегодня есть, 2,5 часа на машине, по пробкам. Вот, друзья, сегодняшняя реальность, то, что есть, и так, вот у нас, то, что есть, и то, что сегодня нас окружает, и что мы реально сегодня пытаемся менять. Так, ну что, друзья, значит, вы уж нас, извините, с Алексеем мы сегодня не будем делать такой большой развернутый вебинар. Просто мы выходили сегодня несколько раз в эфир в Перископе. Я честно, друзья, пытался провести вебинар в 13 часов, но интернет, который на выставке, как всегда, друзья, где бы на выставке, да еще в России, интернет работал нормальным образом, поэтому тот интернет, который дается прямо на выставке, он вообще не тянет. Я попытался через мобильный интернет войти, Перископ тянул, вот, а, соответственно, комната Мирополис не смогли мы ее включить, поэтому я в Перископе извинился, сделали небольшой так и подведение итогов, а все перенесли на вечер. Вот, поэтому, друзья, давайте прям сходу. Вот Алексей у меня сидит рядом, мы сегодня в моем кабинете, потому что он когда приезжает в Москву, да и тем более, что сейчас такая плотная работа, мы с ним сегодня с утра с поезда сразу на выставку. На выставке день отработали, потом, вот видите, еле-еле успели сюда, чтобы не нарушать традицию и война войной, командировки командировками, выставки выставками, друзья, а вебинар по расписанию. Поэтому мы с Алексеем будем стараться всегда, чтобы вебинары по средам не пропускать никогда. Это должна быть правильная, но очень хорошая такая традиция, которую мы будем соблюдать всегда. Поэтому сейчас, друзья, у нас весь вебинар, это просто наше описание того, что произошло. Это наша эмоция, это наш анализ, и, соответственно, чтобы вы были... Причем события, которые происходили вчера, друзья, вы все видели в Перископе. Причем очень интересно, что на меня произвело, друзья, первый раз серьезное впечатление, что через 6 минут после того, как мы закончили репортаж по трансляции запуска Юнибайка, ведущий канал Беларуси, интернет-канал, показал уже запись из этого интернета с ссылкой на канал о том, что в Беларуси произведен запуск. То есть говорит о том, что эта новость очень быстро распространяется, что за ней уже следят, и, друзья, это, ну, скажем так, мы к этому прилагаем только в том плане усилия, что мы участники процесса. Это говорит о том, что следят, смотрят, и даже с ссылкой на Перископ уже начинают давать новость, что в Беларуси запущен новый вид транспорта. Ну вот, друзья, давайте теперь вот по вчерашнему дню, вот вчерашняя фотография, мы с Алексеем возле Юнибайка, который проехал, мы это показали в прямом эфире, фотографии были до этого, это фотографии, которые проводились с испытанием, испытания ведутся уже несколько дней, вот, и вчера Юницкий дал репортаж, вы посмотрели, то есть сразу, друзья, что вчера мы показали, потому что мне тоже писали там, что мы ожидали, что Юнибайк 150 километров туда-сюда пролетит. Друзья, мы всегда говорили, вчера мы показали, это начало испытаний. И просто из того, что мы, друзья, сегодня находимся в краудинвестинге, из того, что вы сопричастны к процессу, мы показываем, друзья, намного больше, чем... Вот как вы представляете, если бы сейчас шли испытания самолета новой модели, а вам бы показывали, как он выезжает из цеха, как он ездит по рулежной дорожке, как он подпрыгивает, потом как у него первый взлет, а потом полетел, не полетел. Это, друзья, испытательный процесс. Мы сейчас... Исходя из того, что мы с вами партнеры, исходя из того, что мы участвуем в этом процессе, мы вам показываем все. И на сегодняшний момент
Вот я сразу отвечаю очень многим на вопросы, что почему Unibike не поехал со скоростью 150 человек, как вы декларировали, почему вы показали только медленный прогон, который есть. Друзья, мы это говорили изначально, повторяем сейчас, это первый испытательный прогон. Они идут несколько дней, но сегодня идет обратным счетом. Очень много задают вопросов, что будет, если оборвется струна. Сложится, не сложится, схлопнется, не схлопнется, все рухнет или все не рухнет. Так вот, друзья, я вам не то что открываю секрет, Анатолий Эдуардович вчера в интервью это четко показал. В той путевой структуре, которую вы сейчас видите, рельс, который находится на 40 метров, там сейчас струна есть, но она не натянута, и бетона нет. Это, друзья, сейчас обратным счетом показывается, что будет, если где-то лопнет струна. Так вот, это сейчас показывается, что ничего не будет. Даже без струны по этой путевой структуре Юнибайк может ехать, и, соответственно, ничего не происходит. И, опять же, это самый критичный случай. Поэтому сейчас происходят испытания, фиксируются прогибы, которые идут на пролетах 40 метров. Как Юнибайк на это действует, с какой скоростью ему можно ехать, чтобы в этом прогибе участвовать. Дальше будут даваться напряжения 10, 15, 20, 50, потом 100% натягиваться струна, будет отслеживаться, как будет работать, соответственно, путевая структура. Потом будет закачиваться бетон и будет испытываться уже готовая путевая структура. То есть понимаете, что, друзья, мы, опять же, поймите, мы вам это показываем не от хорошей жизни сейчас, а мы вам показываем это, все ходовые испытания, потому что эти стадии идут. Зачем они нужны? Они нужны, чтобы зафиксировать, как ведет себя путевая структура при 100% натяжении и как она ведет себя вообще без натяжения, когда лопнули струны и натяжения внутри нет. Так вот, сегодня и вчера вы увидели ответ, что если даже в путевой структуре внутри нет армированных струн, то Юнибайк может ехать, и эта путевая структура пригодная. Вот. Для нас очень важно вчера, друзья, что эти ходовые испытания начались. Это подготовка к сертификации, это все этапы, которые сегодня нам необходимо пройти. И поэтому следующий этап будет уже, естественно, натяжение, бетон и скорости. То есть в течение недели, двух, трех скорости будут увеличиваться, увеличиваться. Потом на этой путевой структуре появятся уже юнибусы 14-местные, это большая масса, больший объем. Потом испытания уже будут происходить с нагружением, то есть 2, 3, 5, 10, 15 человек. Соответственно, это все, друзья, испытания. Их все надо пройти для того, чтобы... Так, я первый раз слышу, тут в Перископе пишут. Андрей, объясняйте там сразу, кому этим, кто первый раз к нам попал на огонек, чтобы что такое и чем мы, собственно, занимаемся, потому что я не могу на это отвлекаться. Так вот, друзья, вчера будем считать, что это день рождения Skyway. Вчера был, хотя испытания начались раньше, но это публичный выход, то есть это рождение, это, если говорить языком Николая Кондратьева, то есть кто-то является именно родоначальником вот этой идеологии технологических волн, технологических укладов, что сейчас технология, которая определяет 21 век, шестой технологический уклад, вчера она родилась. То есть это не значит, что она до этого, друзья, не существовала. Это значит, что до этого она находилась в эмбрионном состоянии, она вызревала, она создавалась, но об этом знало очень ограниченное количество людей, кто ее создавал и, соответственно, кто ее финансировал. И вчера мы это вывели в мир, мы это показали, причем это показали в присутствии пяти официальных правительственных, ну, очень таких высоких делегаций, это с Австралии, с Канады, с Израиля, с Филиппин, с Чечни у нас был очень хороший, интересный парень такой, с которым мы прорабатывали и полностью, ну, так проговорили о том, что мы готовим полную концепцию туристического бизнеса для Чечни, для Северного Кавказа и для отрасли в целом. Вот. И вчерашний день, друзья, мы как раз тоже провели по классической такой схеме, которую мы дальше будем вести. То есть здесь на фотографии, видите, сейчас это вручение Анатолию Ивановичу Юницкому, вручили каску Аурикона. Аурикон – это ведущая сегодня компания по проектированию высотных зданий, и они сейчас проектируют одно из, наверное, самое высотное здание, которое строится в Абу-Даби. И, соответственно, вчера мы сначала собрались в кабинете у генерального конструктора, он показал, рассказал, как всегда, в такой вводной лекции, что мы делаем, чем мы занимаемся. Потом была обзорная экскурсия по офису, для того, чтобы все наши партнеры увидели, и вы в том числе, и в Перископе, и кто первый раз, о том, что
как работает конструкторское бюро и сколько человек и какие площади, и как вообще коллектив, который создает. Вот. А потом мы переехали на уже наше производство, опытное производство, которое производит сегодня, и где изготовлен юнибайк, и юнибус, и где заложен еще ряд уже, целый модельный ряд, то есть который на следующий год будет продемонстрирован уже юнибусы 4, 6, 8, 12 местные, юнибайки тоже в разных модификациях. Это, друзья, сегодня уже все заложено, все изготавливается, и мы вчера показали путевую структуру, и которая находится в цеху, где испытывают путевые эти вот тележки, которые являются движущейся основой. Вот. И потом мы уже, друзья, переехали в экотехнопарк, где сегодня уже закончен фактически это такой дом приемов. Вот. Опять же, он построен, вы помните, что где-то 3 месяца или 4 месяца назад, когда мы ловили рыбу с Анатолием Эдуардовичем, когда закладывались первые опоры под грузовые трассы. В это время заливался фундамент под этот дом. Сегодня, я вчера его показал в перископе, вы видели, он абсолютно готов, и там не стыдно принимать сегодня, и в ближайшее время там будут приниматься очень высокие делегации на уровне министров, на уровне премьеров, на уровне президентов. Это все, друзья, экотехнопарк будет выполнять свою задачу, и там соберется очень со временем много и много интересных людей. Поэтому вчера это был первый такой презентация, первый прием, и мы с вами в прямом эфире, друзья. То есть до конца мы не знали, разрешит ли Юницкий снимать в перископе проезд юнибайка, но все сложилось очень хорошо. Он сам, когда сняли, показали все репортажи в офисе и в цеху, он сам сказал, что, наверное, можно снять вот именно первый проезд. И мы с вами вчера стали свидетелями о том, как Юнибайк совершил такой первый публичный проезд, который был показан в прямом эфире. И я думаю, что очень и очень многими замечен, потому что друзья следят за тем, что происходит сегодня, даже многие о ком и о чем мы даже не подозревали. Поэтому, друзья, можно констатировать сегодня, что технология начала свой новый этап, она теперь демонстрирует то, что она может, и дальше будет следующее и следующее развитие. Если говорить об эмбрионном стане, то вчера произошло рождение, это первые такие шаги, а дальше она все будет более и более уверенно идти, мы все больше и больше будем показывать. Теперь, друзья, акцентирую внимание на том, что же мы вчера с вами увидели. Вот путевая структура, вот Юнибайк, вот, и то, что сейчас продемонстрировано. Это ровный участок с промежутками в 40 метров промежуточной опоры. Это путевая структура, которая позволяет передвигаться по ней юнибусу, который мы показывали в Берлине, и юнибайку. Вот. Юнибайк – это двухместная электромашина, которая может двигаться с помощью электротяги, которая может вырабатываться генератором, который находится внутри. И этой энергии, там где-то 0,2 кВт, достаточно для того, чтобы эта машина двигалась со скоростью 60 км в час. А вообще она спроектирована и продута в аэродинамических трубах, и ее расчетная скорость это 150 км в час. Естественно, что добавляться энергия будет из аккумуляторов. Вот. Соответственно, это новое направление. Мы очень много говорили про юнибайки. Еще будем говорить, мы с Алексеем подготовим целую такую серию вебинаров, которые будут именно описывать, что такое, соответственно, юнибайк и как это дальше концепция будет развиваться. Следующим этапом готовится вторая машина к испытаниям, которая будет двигаться по этой же путевой структуре. Это городской юнибус, это городской лифт. То есть мы показывали ее в Берлине, вчера мы ее показывали на заводе. То есть она готовится сейчас к испытаниям, эта машина. Это то, что позволит перемещать по одной вот такой ветке 300 тысяч пассажиров в сутки. Соответственно, это по производительности превышает одну ветку производительности метро. И это то, что в принципе может решить проблему всех мегаполисов по тому, как пробки, вот, по которым мы сегодня 34 километра, друзья, ехали 2,5 часа. Вот, соответственно, эти пробки все уйдут в прошлое. Поэтому это мы уже можем утверждать, что это случилось. Это приступило к испытаниям, и мы демонстрируем уже эту технологию. Соответственно, сейчас пока тестируется и испытывается прямой участок с промежуточными опорами 40 метров. В данный момент, вчера Анатолий Эдуардович Юницкий показывал уже элементы, как монтируется путевая структура, которая даст пролеты 200-400 метров, а на следующий год, где-то к середине года,
мы увидим путевую структуру, которая будет уже 400-800 метров одним пролетом по такой путевой структуре без промежуточных опор. А где-то через год будет, соответственно, путевая структура, где будет 800-1,5 километра одним пролетом. Это позволяет решать огромнейшее количество, ну, соответственно, задач и проблем, которые сегодня в транспорте. Но первое, что сегодня мы четко утверждаем и делаем, и уже демонстрируем, о том, что мы показываем путевую структуру и подвижной состав, который позволяет решить все проблемы сегодняшних мегаполисов с пробками, соответственно, показывая элементы этой путевой структуры. И дальше, друзья, тут мне тоже писали, а почему вы дали не такие скорости, а почему, так сказать, друзья, все будет идти постепенно. Вы теперь каждый там неделю, каждые там две недели, каждый месяц вы постоянно будете видеть, но вы, это, как это будет развиваться и делать, мы постоянно с вами будем это видеть. Это начало пути, который сегодня... к которому мы сегодня подошли. Так вот, друзья, мы четко можем фиксировать, что пробки остались в прошлом. Дальше идет вопрос, насколько будет понимание и насколько этот концепт будет принят. Я могу сказать, что интерес к этому колоссальный, потому что официальная делегация Филиппин, которая была, они говорили, что да, мы приедем, мы доложим о том, что мы видели, мы покажем, и это означает, что Филиппины готовы пересмотреть всю государственную концепцию транспортного развития, которое они готовили с применением других транспортных технологий. И сейчас можно уже четко с уверенностью утверждать, что технология Skyway станет основой транспортной концепции развития пока первой страны Филиппин. Но я могу сказать, друзья, что это не последняя и не самая маленькая страна в этом мире. Следующие сегодня закладываются и готовятся уже машины, когда на эту же путевую структуру будут уже вешаться грузовые модули, которые могут перевозить, это аналог контейнерных перевозок, то есть это контейнер, который идет. И следующее, что мы можем утверждать, что мы можем все фуры с европейских и американских дорог сегодня убрать на второй уровень, для того, чтобы они не мешали и не создавали тех проблем, которые мы сегодня делаем. Поэтому начиная с весной следующего года будут продемонстрированы уже два грузовых, ну это уже не юнибус, это уже юникары, вот, соответственно, для перевозки сыпучих грузов. То есть эта же трасса, друзья, вот эта трасса, которую вы сейчас видите у себя на экранах, она может перевозить до 20 миллионов тонн, либо контейнерный эквивалент, либо сыпучих грузов. То есть вот эта маленькая трасса, вот это то, что сегодня есть, это 20 миллионов тонн грузов и, соответственно, 300 тысяч пассажиров в сутки умножьте на 365 дней, это порядка где-то 11-12 миллионов пассажиров в год. Так вот, друзья, мы сегодня были на стенде на транспортной неделе, буквально за нами, через стенку была компания, которая сегодня строит Крымский мост, вот этот Крымский переход, соответственно. И у них цифры следующие, то есть я просто посмотрел, какие они сооружения строят, какую они строят сегодня автомобильную дорогу и так далее. Так вот, это 14 миллионов пассажиров в год, то есть это ровно столько, сколько может перевести наша путевая структура, и 13 миллионов грузов. Так вот, друзья, у нас уже вот эта одна маленькая дорога, вот трасса, вот, которую вы сейчас видите, она уже превосходит тот переход, который готовят в Крыму. Поэтому я когда посмотрел, друзья, мне просто стало смешно, потому что там настолько мощные сооружения, которые там, у них одна опора, наверное, стоит столько, сколько будет стоить вся наша дорога. Но это, друзья, Бог с ними, пускай они делают, что хотят. Мы сейчас двигаемся, делаем, показываем. И если подводить итог вчерашнего дня, что всем продемонстрировано, все увидели мы это и показали репортажами с компании РСВ и в Перископе, и фотографиями, и все своими дальше в чатах эта информация пошла, о том, что технология вышла в стадию испытания, о том, что эти испытания ведутся, о том, что технология существует, и мы с вами дошли до той стадии, когда мы можем сказать, что технология есть. Соответственно, еще раз акцентирую внимание, что это 300 тысяч пассажиров в сутки, что это 20 миллионов грузов в год, и это инфраструктура для юнибайка, который вообще является новым концептом сегодня в мировой транспортной индустрии. Об этом мы будем говорить позже, для этого специальные вебинары. И сейчас можно сказать, что, друзья, это случилось, это свершилось. Мы все поздравили вчера Анатолия Эдуардовича Юницкого, потому что он к этому шел 40 лет, и на его вопрос, как все прошло,
Мы вчера вот с Алексеем, он когда нас даже довез до поезда, вот, мы сказали, что Анатолий Эдуардович, это общая наша победа, это его личная победа, это наша общая командная победа. И дальше начинаем двигаться, двигаться и двигаться дальше. Вот. Это что касается, друзья, вчерашнего дня. Мы сегодня переместились в Москву, здесь идет транспортная неделя, и сегодня, друзья, мы выступали в несколько другой ипостаси, потому что вчера начались ходовые испытания, и сегодня мы просто доносили информацию о технологии, которая уже существует. Не ту, которую мы создаем, не та, которая будет через какое-то время. Мы показывали, говорили, друзья, вот это есть. Мы это создали, и мы дальше это развиваем. И как вы думаете, не то, что как вы думаете, вы видели, наверное, в перископе, первого, скажем так, чиновника или первого там, человека, которого я встречаю на трассе, это Сергей Иванович Морозов. Я прям выхожу, я своим глазам не поверил. Я говорю, Сергей Иванович, здравствуйте. Вот, а мы с ним знакомы, друзья, давно-давно-давно-давно. Это губернатор Ульяновской области. Сергей Иванович, это тот, который нашел в себе смелость. И в 2009 году, мы это все, друзья, покажем, завтра выйдут репортажи, Женя Петров, там вся служба РСВ сейчас готовят эти репортажи. Это человек, который нашел в себе смелость и не побоялся в 2009 году на Государственном совете, где собрались все губернаторы России, где собрались министр транспорта, там Левитин тогда был, Игорь Евгеньевич, Сергей Борисович Иванов, он, кстати, сегодня был, но не успели мы его сегодня подвести к стенду, точнее, меня охрана к нему сегодня не пустила. Вот, поэтому это тот, кто Медведеву, будучи тогда президентом, показал и рассказал о технологии Skyway, о струнных технологиях Юницкого, предложил в Ульяновске построить первый полигон. И помните, Медведев тогда пожал плечами, сказал, ну хорошо, стройте, а деньги-то найдете. Вот. И я сегодня подошел, говорю, Сергей Иванович, я очень рад вас видеть, я благодарен, что вы тогда нас поддержали. Пойдемте, я вам покажу, что мы сегодня сделали. И он подошел на стенд, он увидел, он настолько обрадовался, он говорит, меня после того госсовета считали, что я какой-то ненормальный, что я поддерживаю какую-то утопию и так далее. Я говорю, рад, что вы не бросили это дело, что вы дошли, сделали, и я рад. И посмотрите завтра интервью, он дал блестящее просто интервью, и мы как раз покажем и как он выступал в 2009 году на Госсовете, и то, что он сегодня сказал. Естественно, что мы договорились, что он там прям в ближайшее время, может быть, там даже до Нового года или сразу после Нового года приедет в Марьину Горку, в Экотехнопарк, мы подпишем соглашение и начнем уже действительно проектировать дороги в Ульяновской области, потому что это один, я могу сказать, из мудрейших губернаторов, и я бы его поставил в один ряд с Александром Ивановичем Лебедем. То есть вот Александр Иванович, который увидел и поддержал свою технологию, вот Сергей Иванович Морозов, это я бы сказал, что настолько я был доволен и рад, что вот именно его я встретил первым на этой выставке, что описать это даже очень, так сказать, увидите все репортажи, они все готовятся. Вот в Перископе наш, ну скажем так, приход, вы все видели, смотрели. Вот. Ну и там еще одна очень такая важная встреча была, это Андрей Владимирович Шаронов, это тоже мой давний-давний товарищ, я с ним дружу тоже уже много-много лет, он был и первым замминистра экономики, и еще возглавлял очень большие, он был, ну, в общем, неважно, какие должности он там возглавлял, сделал. Сегодня это президент Сколково, вот, фотографии уже вы нашли, так сказать, сегодня. Это я как раз, мы когда пришли с Андреем на стенд, и наши, вот эти, кто снимали, наша съемочная группа, они даже никак не отреагировали, они даже не поняли, кто это такой, кто к нам пришел. Андрей, он перед этим вел секцию специальную, где был Левитин, где был руководитель РЖД, где был руководитель Еврокомиссии по транспорту Европы, там еще куча чиновников, так сказать. И вот Андрей, как президент Сколково, были представители Hyperloop в России, то есть сегодня представители группы компаний Сумма, которые сегодня уже инвестировали 80 миллионов долларов в Hyperloop. Вот. И вот буквально после этой встречи, вот я к Андрею подошел, а Андрей Шаронов, чем для нас как бы знаменательно, что еще в 2000, вот я не помню, в 2003 или 2004 году, когда
Юницкий пытался получить грант, и уже Тофер, это был замгенсекретаря ООН, согласился выделить 30 миллионов долларов струнным технологиям. По процедуре надо было, чтобы три ведомства, отвечающие за инновации в сфере транспорта, дали заключение. Это Минтранс, Миннауки и Минэкономики. Так вот, как ни странно, Минтранс дал положительное заключение на технологии. Минэкономики, Андрей тогда был первым замминистра, он подписал положительное заключение, а Миннауки дал отрицательное, и поэтому этот грант ООН еще в 2004 году около 30 миллионов долларов не получили. Ну, друзья, вот, поэтому я с Андреем говорю: Андрей, помнишь, подписывал? Помнишь, это самое, я тебе рассказывал, пускай, пойдем покажу. Вот. И сейчас, будучи уже президентом Сколково, мы договорились сейчас об очень тесном взаимодействии. Вот. Мы дальше будем делать совместные конференции, мы будем выступать на их именно видении транспорта будущего, что они сейчас делают. А он, когда, естественно, увидел, говорит: ребята, я даже не ожидал, на какой степени вы продвинулись и то, что вы сегодня показываете. Вот это вторая такая очень знаменательная сегодня встреча. Вот, на этой выставке. Это если подводить, не говоря уже о том, то есть Алексей расскажет, что еще были делегации официальной Болгарии, были официальные делегации, ну, Алексей сам расскажет, в которых он принимал участие. То есть на стенде ребята все работают очень активно, народу подходит много, информации доводится тоже очень много, поэтому процесс идет, и я могу сказать, что участие в выставке, друзья, это даже радикально отличается от Берлина. Потому что в Берлине у нас стояли машины, мы показывали, говорили: отсюда они поедут на испытания. Сегодня другой процесс. Мы показываем эти машины, которые на испытаниях, и мы говорим: мы сейчас здесь стоим, вот показываем модель, а в этот момент в Марьиной горке и тут испытания. Это, друзья, совсем другая подача информации, это совсем другая постановка задачи, и на всех, особенно специалистов, это производит, конечно, крайне такое интересное впечатление. Завтра будет день парламентариев, завтра будут депутаты Госдумы, завтра будут депутаты Совета Федерации, завтра будет Валентина Ивановна Матвиенко, это председатель Совета Федерации. Вот. Соответственно, будем завтра работать, опять же, в таком режиме. Я просто лично знаю очень многих депутатов, очень многих сенаторов. Вот. Поэтому завтра тоже очень плотная такая работа. Будем подводить, показывать, ну и, как говорится, делать их сторонниками Skyway. То есть сегодня сказать, что нам от Минтранса или от сегодняшних чиновников надо финансирование или надо какие-то заказы. Нет, друзья, у нас вот после вчерашней демонстрации, по мере того, как у нас формируется график сегодня и визитов за пределы там Беларуси, то есть я Анатолий Эдуардович и Виктор Бабурин, они все в ближайшее время там, ну, я знаю, там живут уже в самолетах, и, по-моему, вообще оттуда. Виктор вчера прилетел на выставку, сегодня вечером уже на поезде он уехал, потому что переговоры в Беларуси. Завтра вечером он вылетает здесь, потому что в пятницу мы будем все на стенде и ждать Дмитрия Анатольевича Медведева, который будет ходить мимо нашего стенда и подойдет, не подойдет, это только свыше известно. Единственное, что там идет целая интрига, потому что у нас есть серьезные союзники и правительстве. Это они нас в посещение Медведева вписывают, а есть определенные чиновники, которые нас оттуда вычеркивают. Так вот, друзья, вот этот процесс вписывания и вычеркивания уже прошел 3 раза. Вот, так что нам смешно на все эти бури в стакане воды смотреть, но это, друзья, тоже факт. Поэтому как будет, так будет, спокойно к этому относимся. Мы готовы, если премьер подойдет, ему рассказать, показать, что сделано с тех пор, когда он сказал, а найдете ли деньги для того, чтобы строить. Мы эти деньги, друзья, благодаря краудинвестинговой системе, то есть нам с вами, нашли. Мы построили, мы показываем, и теперь задаем вопрос. Ну, мы-то построили и сделали, а вы теперь нас увидите или не увидите? Вот, так что это, друзья, следующий момент и следующий подход. Ну вот, друзья, если с моей стороны вот такой краткий анализ того, что происходит, события, конечно, летят с огромнейшей скоростью, то есть мы до 3 числа здесь на выставке, 4-5 уже прилетает очень большая делегация серьезных бизнесменов со Словакии, вот, которые готовы инвестировать не просто десятки, а сотни миллионов. И, естественно, это уже начало действительно большой работы экотехнопарка и привлечение все больше и больше количества серьезных инвесторов. Но, тем не менее, друзья, краудинвестинг, то есть наша с вами работа, идет. Мы привлекаем, мы работаем, мы показываем, и даже вот
по результатам очень многие, скажем так, люди, которые сомневались в технологии, кого я звал, кому я показывал, я раскинул эту информацию, и я могу сказать, даже стали подключаться и говорить, что мы хотим стать инвестором, люди, которые еще полгода назад, 3 месяца назад были скептиками по отношению к нашей технологии. Поэтому, друзья, это вот самое главное, что мы с вами создали, и самое главное, что мы сделали. Поэтому, друзья, если раньше я говорил, я рад, что вы с нами, я вас поздравляю, что вы в интересном проекте. Вот, поэтому сейчас я просто искренне хочу поблагодарить и поздравить это Юницкого Анатолия Эдуардовича, именно инженерная школа, которого создала этот концепт. Это наша с вами общая работа, когда мы создали рабочий инструмент, который позволил прийти к финансированию и к созданию этих машин. Ну и дальше я вам могу сказать, друзья, процесс этот только-только начинается, и он будет еще разгоняться и разгоняться и разгоняться. Поэтому давайте двигаться дальше, отработаем эту транспортную неделю, потом следующие этапы по работе, то есть 10-11 октября, то есть следующую субботу, воскресенье у нас большой форум в Питере уже, где мы будем показывать, собирать сторонников. Потом у нас Алексей как раз на это время, 10-11, едет, будет большая конференция в Словакии, в Татрах наших европейских коллег. Вот. Анатолий Эдуардович с Виктором в это время улетают на переговоры с правительственными делегациями. Так вот, я сейчас уже, друзья, уже начинаю путать, куда их там, с какими, с арабами и с индусами. А где конкретно, друзья, просто узнаем уже всю эту официальную информацию. Я говорю, просто я сейчас уже, когда по телефону разговариваю с Виктором, первый вопрос сейчас, который я задаю, это где ты находишься? Потому что с таким перемещением и с таким, так сказать, вот он тоже сегодня на поезде прилетел утром, уезжает в Минск, завтра переговоры в Минске, и послезавтра они с Юницким прилетают сюда для того, чтобы быть на стенде для готовности встречи премьер-министра Медведева, если он на это соизволит. Посмотрим. Вот, будет обязательно вице-премьер Дворкович Аркадий на нашем стенде обязательно. Покажем ему, что мы сделали. Вот. Так что, друзья, спасибо за... Так, перископ упал. Есть ли сауна в домике в технопарке? Нет, друзья, сауны в домике в технопарке, к сожалению, пока нет. Я тоже Анатолия Эдуардовича просил, что давай сделать. Он говорит, но это пока не первой необходимости, поэтому все силы были направлены на то, чтобы сделать такого представительского класса. И, как всегда, сделано в очень сжатые сроки, очень красиво, очень эстетично, там очень оригинальный камин, который является изюминкой. И сразу могу сказать, что в таком зале приемов не зазорно принимать глав государств. Хотя сделано все очень просто, очень недорого, но очень и очень красиво. Вот. Так, сейчас мы... Перископ у нас упал. Так, ну что, я тогда передаю слово Алексею. Вот, мы сегодня будем под одним именем с одного компьютера, потому что мы в одном сегодня кабинете. Так. Так. Вот, друзья, ну давайте тогда я сейчас еще на какие-то вопросы. Так, что за Ренат был на прогоне Юнибайка? Ну, не Ренат, а Рашид, это зампредседателя комитета туризма Чечни. Вот, то есть он очень близкий человек руководству Чечни. Когда были с Александром Мосиным, мы с ним встречались, потом в Москве не раз общались, и сейчас он приехал специально посмотреть для того, чтобы подготовить именно уже и визит, и работу. По Чечне у нас идет огромная работа, и мы дальше это будем вести и вести. Так.
Что между рельсов кабеля? Тут Олег, ух, Олег какой любопытный, так сказать. Олег, это самое, со временем будут ответы на все вопросы. Вот, я вчера попросил Анатолий Эдуардович прямо в прямом эфире показал и рассказал, как и что делается с головкой рельса, по которой Олег задавал кучу вопросов. Надеюсь, что... О, Леша, я это самое забыл включить. Я перископ включил ту камеру, и он это самое тебя показывает, что ты сидишь на кровати, а мне пишут, говорят, ты что такой буксишь на кровати? Я был... Ой, друзья, извините, тут мы уже заработались, я просто забыл переключить камеру, поэтому Алексей сидел. Ну да, зато вы увидите, в походных условиях, так сказать, это моя келья, вот, где мы сидим, поэтому здесь у нас рабочий кабинет, а там диван, хоть в одежде. Ну да, хорошо, что Алексей был, нет, а то обычно так... Вот, ну ладно, извините, так сказать. Ну видите, зато видите, все вживую, все вживьем, так сказать. Был первым в России, Онечка. Да, то есть я могу сказать, что Сергей Иванович, конечно, вот тут про Морозов пишут, большой ему респект. То есть я вам как раз говорил, когда из чиновников, по сути дела, то есть мы много сейчас общаемся, не буду тыкать пальцем, там про Толоконского, про Городецкого, который там сегодня был с Новосибирска, еще там, друзья, очень, очень много чиновников, с кем не о чем говорить. Вот. Так вот, Сергей Иванович Морозов, я говорю, я его сейчас бы поставил вот рядом с Александром Ивановичем Лебедем, потому что это губернатор из той когорты, он уже много-много лет губернатор, я считаю, Ульяновской области повезло. Вот. И он большой сторонник Skyway, он тогда говорил, что нельзя решать проблемы. Сегодня вы интервью посмотрите, как он как раз сегодня, насколько четко, точно показывал, как, зачем нужен транспорт, какие проблемы, поэтому сами все увидите. Вот, поэтому Морозов, вот, ну и особенно, друзья, для нас это важно, это человек, который нас поддерживал и доклад не побоялся. И вы видели записи с того госсовета, когда Иванов, Левитин сидели, смеялись там, и он говорит, сам меня до сих пор с тех, ну, очень много называют там мечтателем, чудиком, там еще. И он говорит, я рад, что у вас это получилось, что вы это сделали, потому что дальше будем двигаться. Я говорю, еще придет время, когда вы будете это показывать и говорить, ребята, я был один из первых. Так, а ваш банкир вдруг был на прогоне Юбайка? Нет, этот банкир, как всегда, не приехал, но я ему отослал ролики, отослал, так сказать, это, будем ждать следующей реакции. То есть, друзья, пока еще мы не создали для него минибус или юнибайк, начнет разгоняться все быстрее и быстрее. Нет, друзья, этого быть не может, потому что там интеллектуальная система управления, и она не может, она многократно сдублирована, она не может давать... Так, видео с салона Юника будет сегодня. Леш, а ты закачивал фотографии, которые были вот из салона? Там видео, ну, видите, друзья, у нас тоже, скорее всего, завтра мы это покажем, потому что еще не успели закачать. Так, купи себе пиджак, не позорься. Это, я не понял, это мне или нет? С нетерпением ждем вас в Питере. В Питере будем обязательно. Хватит третий гош, как бомж в старом пиджаке. Вы видите, тут народ даже переживает, Леш, народ даже переживает, что я третий год в одном пиджаке, как бомж, так сказать, это. Ну еще я участвовал в выборах 2003 года, вообще в белой рубашке без пиджака. Так вот, этот самый. Так, а вообще, Андрей, выкини это, так сказать, этого бойца, так сказать, вот этой юнитом, который там. Пишет. Так вот, мне Жириновский в прямом эфире кричал, что ты бомж, иди купи себе пиджак, почему ты здесь в рубашке даже без пиджака. Вот, так видите, сейчас боец пишет, что это у меня специальный пиджак, который висит постоянно рядом, который я одеваю, когда выхожу. Поэтому, если кто-то считает, что я как бомж в третьем, ну, значит, ну, бомж я, друзья, нет у меня денег на то, чтобы купить себе новый пиджак. Вот, то есть, друзья, это же понятно, что вот этот Юни, который там, этот засланец, который там пишет, понимаете, ему нечего сказать. Вот я сейчас рассказываю про испытания юнибайка, я рассказываю про сегодня был губернатор Ульяновской области, сегодня был президент Сколково. Все просто в восторге от того, что мы делаем, все поражены, все, так сказать, это. Есть куча народ, то есть куча людей, которые сегодня. А этот боец, который там, засланец, который пишет, этот, что ты бомж, что ты тут рассказываешь. Естественно, логика какая? Если ты не можешь себе купить пиджак, если ты бомж, как ты можешь рассказывать о новых технологиях? Вот, так вот, друзья, я, видите, это самим смешно.
Это мне смешно, там еще, так сказать, вам, так сказать, это. Вот, Александр абсолютно правильно пишет. Вы еще Джобса не видели, друзья, который выходил в старой водолазке и делал презентации продукта, который продавался потом за сотни миллиардов долларов. Абсолютно, друзья, правильно. Вот, если бы вы еще сейчас увидели вообще в каком я здесь виде, то это, я думаю, еще бы весь всех позабавило. Вот, но это я показывать не буду. Потому что, друзья, помимо пиджака, здесь есть еще ряд домашней одежды. Вот. Да не обращайте вы внимания на этого засланца, так сказать, это самое. Ну тут Вань пишет в трусах. Ну зачем уж сразу в трусах? Не в трусах, а в шортах, наверное. Но это тоже, друзья, очень, так сказать, такая. Мы же все-таки дома, мы же в домашней обстановке, поэтому я всегда одеваю, у меня рубашка, костюм, который лежит, висит всегда здесь рядом, и таким образом я выхожу в эфир. А дальше, когда жарко или когда в домашней одежде, так сказать. Ну все, друзья, давайте, надеюсь, что мы с вами все обсудили. Мы вам все такие новости рассказали. Я передаю слово Алексею. Он, как всегда, дает очень интересные комментарии свои. Он весь участник событий вчерашних и вечерних вчерашних, как нас Анатолий Эдуардович провожал, сажал нас в поезд вчера. Вот. И сегодняшних событий, и завтра мы будем с ним целый день на выставке. Я очень рад, что я с ним работаю, что он стал моим партнером. В общем-то, можно сказать, даже уже другом, так что передаю, друзья, слово. Видите, мы сегодня меняться будем прям вот так. Благодарю, Сергей Анатольевич. Здравствуйте, дорогие друзья. Я вот тут сразу с выставки, поэтому при галстуке, при параде, в пиджаке. Не как Ну, бомж. на самом, да, не как бомж. На самом деле удивляет вообще, каким образом можно троллить тот проект, который реализуется буквально на глазах. И я думаю, что чувствуется наше настроение. Настроение повышаться будет, я думаю, с каждым днем, с каждой неделей, потому что вот 27 ноября, запомните эту дату, 27 ноября совершился первый запуск Юнибайка. То есть это можно сказать как запуск ракеты в открытый космос. Это можно сравнить как создание первого компьютера. Это можно сравнить как создание первого автомобиля Генри Фордом. Это не менее важное и действительно эпохальное событие. Да, он поехал со скоростью чуть больше 30 км в час. Но, дорогие друзья, все постепенно и всего мы достигнем. Потом будет скорость 50 км в час. Ну, а когда уже будет преднапряженная конструкция и заполнено, наличено все спецбетоном нашей разработки будет, то, соответственно, это будет достигнуто. И она обязательно будет достигнута, скорость 150 км в час. И тогда посмотрим на тех людей, которые пишут, ой, что-то он у вас медленно поехал, быстрее не получилось. Дорогие друзья, вот все увидите и посмотрите. Что хотелось бы передать, дорогие друзья? Во-первых, от Анатолия Эдуардовича искренний привет, искренняя благодарность. Действительно, это невозможно было, вот цитирую Анатолия Эдуардовича, что это невозможно было сделать ему одному. Только лишь команда, только лишь синергетическая работа. Но не побоимся этого слова. Сегодня вот Денис Юницкий сказал, что 121 тысяча инвесторов во всех инвестпроводящих системах. То есть это действительно большое число людей, 1/7 фактически, более 700 тысяч участников по всему миру, больше чем в 108 странах по всему миру. И, естественно, мы не скрываем этого, и господину Морозову говорили о том, что мы развиваемся сейчас через краудинвестинг, мы добиваемся тех результатов через действительно инновационную схему финансирования. И никто этого не собирается, дорогие друзья, скрывать, потому что это тоже наша составляющая и тоже наша история. Многие спрашивают про гостевой дом, который также спроектировал Анатолий Эдуардович. И я могу сказать, что это, как и везде у Анатолия Эдуардовича, инженерный технологический минимализм. Все достаточно, так скажем, при минимальных затратах получилось очень хай-течным, очень стильным, технологичным, дизайнерским действительно.
И что я хотел бы отметить, вот специально я приведу пример, две фотографии здесь вот отсвечивают, не видно, что за окном. Но, извините, дамы и господа, когда презентация происходит и за окном вы видите станцию, которая является транспортно-логистическим узлом, это дорогого стоит. Это не презентация на 123-м этаже Бурдж-Халифы, как проводили Hyperloop на арендованной территории. Это действительно уже абсолютно серьезный гостевой дом, который будет принимать многие делегации. В этот раз одно из крупнейших, старейших инфраструктурных компаний Филиппин, делегаты прибыли. Им было очень холодно. То есть Виктор очень много рассказывал истории и про Республику Беларусь, и вообще истории про русский народ. И все поддерживают, что эта технология могла родиться лишь у русскоговорящих людей, потому что это уникальная технология. И все говорят о том уже по результатам, когда все, так скажем, поднимали тосты, отмечали, и все было очень этично, очень благородно. Все с друг другом общались, уже языковые барьеры у нас стирались вовсю. И каждый уже обсуждал тот или иной проект, который будет в его странах развиваться и применяться. Дорогие друзья, это действительно дорогого стоит. Это первые делегации из Филиппин, из Австралии, из Израиля, из Канады. У нас, хоть и на ломаном языке, вы увидите, Азик дал интервью, это, наверное, самое долгое интервью на английском языке, но все говорили от чистого сердца. И да, были задаваемые сложные вопросы, как будет Юнибайк подзаряжаться. Анатолий Эдуардович даже предпринял такое решение и показал внутренности Юнибайка, электронику. Естественно, без раскрытия ноу-хау, то есть там нельзя было никому ни снимать, ни фотографировать, это очень строго контролировалось, но даже с раскрытыми внутренностями, так скажем, снежок уже не шел, Юнибайк поехал, и тут уж никто не будет сомневаться, что поехала какая-то картонная конструкция, что невидимые люди его двигают, это все монтаж, это все неправда. Правда, дорогие друзья, и правда будет еще при более высоких скоростях, и 27 ноября состоялся первый запуск Юнибайка, 29 ноября уже, собственно, первые, как вот назвал, опять же, Анатолий Эдуардович Юницкий, первые скайнафты поехали. То есть это действительно, естественно, до сертификации никаких пассажиров перевозиться не будет, но это даже были не Юникод, не Скайкод, как кто-то спрашивал, кто-то предполагал. Это, соответственно, первые скайнафты. И это тоже история, дорогие друзья. Самое интересное, что через 2 недели уже поедет, ну, по ориентировочно я говорю, поедет уже первый Юнибус. Также скорости будут расти. И параллельно происходит запуск на одной и той же путевой структуре 2 видов транспортных средств Skyway. Это легкий прогулочный спортивный экскурсионный транспорт и это городской пассажирский транспорт на одной путевой структуре. Сегодня подходили представители с Московского округа по транспортной инфраструктуре. 2 декабря будут также серьезные переговоры с представительством Министерства транспорта Московской области. И действительно обсуждались вопросы, поднимались вопросы, что вот построили монорельс, монорельс неэффективный. То есть это специалисты в дорожной индустрии, в транспортной индустрии говорят об этом. Говорят, что с удовольствием стали бы рассматривать, но в текущих условиях сложившегося мегаполиса очень сложно вписать транспортную инфраструктуру Skyway. Мы говорим, что давайте инициировать проекты, давайте прорабатывать, просчитывать и будем вписывать. Возможно, будет связка с городами-спутниками, сателлитами, то есть это Подмосковье,
не исключено, что, возможно, и с аэропортами некоторыми будет прорабатываться связка. Покажет время. Самое главное, дорогие друзья, это то, что есть желание обсуждать. Это самое важное и самое главное. Игорю Хальзову прошу простить нас с Сергеем Анатольевичем, что не смогли все-таки сессии губернатора Новосибирской области пригласить на стенд, потому что действительно каким-то магическим образом сразу испарялись делегаты порой. И, естественно, Сергей Анатольевич знает многих в лицо. Вот вдумайтесь, насколько действительно Skyway, то есть небесный путь у Сергея Анатольевича, он проработал чиновником, чтобы потом узнавать в лицо чиновников и, соответственно, приводить их на наш стенд. И я помню эмоцию и уверенность Сергея Анатольевича. Я нисколько не сомневался, что мы встретим в первую очередь Морозова. То есть Сергей Анатольевич сказал, что сейчас вот среди всей этой толпы мы найдем Морозова. И мы действительно его нашли, действительно привели. Никто не просил ничего говорить. Человек сказал от чистого сердца. И это действительно немаловажно. Я могу сказать, что завтра планируется, также вот подтверждается, приход многих губернаторов, то есть это, естественно, будет уже наш союзник, тот человек, который инициировал подписание с Челябинской администрацией, вице-губернатор Челябинской области Руслан Османович Гатаров, то есть представителем по Челябинской области в Москве. Я постоянно на связи и пообщаемся, сбрасывал и видео, и фото с демонстрации. После фото, кстати, было сообщение, что ждем видео. Потом такой вот, действительно, понимая, что настроение видео это передает, и ждем уже приезд. В январе это планируется уже, именно приезд челябинской делегации. Что-то мне подсказывает, что этот приезд мы обязательно совместим с приездом и Ульяновской области, и других, которые у нас прорабатываются. И это уже будут встречи, будут мероприятия тех людей, которые представляют российские губернии. Мы с нетерпением, так скажем, ждем завтрашнего дня, потому что будут губернаторы, будем максимально стараться привести на стенд. И что меня сегодня обрадовало, просто провел эксперимент. И меня удивило, почему так мало средств массовой информации присутствовало на нашем стенде в начале. И просто стал показывать видео тем представителям компании и так далее. Знаете, какой эффект? И он дорогого стоит. Все закачайте, пожалуйста, на мобильный телефон. Обязательно будут выкладываться на Ютубе, я выложу, Сергей Анатольевич выложит. Закачайте себе на телефон это видео с экотехнопарка и просто показывайте. Либо закачайте вот то, что у нас размещено уже на канале, то есть Unibike в действии, когда он едет, это дорогого стоит. И это снимает все аргументы. Действительно, продолжительность нашей презентации после этого события сжимается неимоверно. То есть говорить не нужно много, нужно просто сказать, что это свершилось. И первый подвижной состав Skyway уже поехал. Ну и, соответственно, потом просто добавить, а хотели бы вы быть совладельцем, дольщиком международной компании Skyway? Естественно, у человека либо да, либо нет, подумаю, тут уже, скорее всего, не актуально. То есть тут либо человек верит, либо не верит, потому что аргументация действительно мощная. У Виктора Бабурина сегодня взяли интервью, тоже для меня это очень важно. Для нас, как для практикующих футурологов, Сергеем Анатольевичем очень важно. МИИТ, то есть студенческое телевидение Института управления информационных технологий Московского государственного университета транспортных путей сообщения взяло интервью, так как интересна тема, и уже мы будем популяризировать, то есть на январь все договорились и готовим уже встречу, будет собрана большая аудитория. Вот Сергей Анатольевич давно хотел выступить в московском
институте, тем более транспортном институте. И мне понравился вопрос. Он действительно показывает, опять же, ценность тех знаний, которые мы даем, основываясь на инженерной технической школе Анатолия Эдуардовича Юницкого. Каким будет мир после внедрения технологии SkyWay? То есть мы, естественно, сказали, что мы расскажем вам немножко футурологии, насколько поменяется мир, насколько он поменялся за предыдущие 10 лет, и насколько еще более поменяется он при внедрении технологии SkyWay. Был задан... Еврокомиссара по транспорту, скажи сегодня комментарий, который он сегодня дал. Да, обязательно скажу, Сергей Анатольевич. Был задан один интересный вопрос. А сколько вы возьмете за выступление? Вот, то есть, это действительно весомый вопрос, который показывает актуальность нашей информации, которую мы доносим на вебинаре. Мы, естественно, сказали, что так как студенты, так как это популяризация, так как это будущее, будущее поколение, будущее страны, будущее всего мира, мы проводим это абсолютно бесплатно. Единственное условие – соберите полную аудиторию. Ну, естественно, как бы сейчас будут пообщаться с ректором. Интервью Виктора Бабурина, замдиректора по развитию ЗАО «Струнные технологии», появится и на их канале, и на нашем канале. Были компании, опять же, я им показывал, уже шли к стенду и потом говорили, ну, вообще-то, как бы нам нужно платить за услуги. Я просто говорил, что мы ничего никому не платим, либо вам интересно, либо вы снимаете про нас репортажи, либо нет. То есть, тоже была попытка привести канал «Россия», но упустил, каюсь, упустил, когда вот Институт путей сообщения пообщался с ними, «Россия» уже ушли. Ну, завтра будут еще попытки. На самом деле, время пришло, чтобы СМИ все приходили, давали свое видение, брали интервью у Виктора Бабурина. Обязательно, я искренне надеюсь, что 2 декабря средства массовой информации Российской Федерации не упустят шанса взять интервью у Анатолия Эдуардовича Юницкого. И, дорогие друзья, я могу сказать, что да, это транспорт, да, это инновации. Блестяще провел именно вот президент Сколково сессию, и мы действительно с открытым ртом Сергеем Анатольевичем слушали не ту информацию, которая дается, а как виртуозно проводит президент Сколково. И на подобных сессиях, я думаю, Сергея Анатольевича уже будут приглашать. То есть этот вопрос, а чем нам будет полезно это восстановление контактов, а вот этим. Потому что говорили представители Сумма по поводу Hyperloop, и потом, соответственно, был задан вопрос представителям РЖД, а не боитесь ли вы? И по идее, в этой дискуссии также должны участвовать и мы, то есть транспорт нового поколения, дорогие друзья. И будем участвовать обязательно. И мне понравилось выступление, когда поговорили о Hyperloop, поговорили, соответственно, о РЖД, о тех... Олег Белозеров. Я, дорогие друзья, вот только начиная погружаться в это обилие имен, Сергей Анатольевич работал с некоторыми людьми и помнит их в лицо. И Олег Белозеров рассказывал про успех «Ласточки», «Сапсаны» и так далее. Потом иностранный представитель, это то ли Португалия, то ли какая-то другая страна, обязательно посмотрю по нему информацию в интернете. Он сказал, дорогие друзья, вот как раз-таки о чем было на Инотрансе, как раз-таки что было по основным ядром доклада Виктора Бабурина, это мобильность 4.0. Дорогие друзья, о каких высоких высоких скоростях вы сейчас говорите? Необходимо решить проблему пробок. Необходимо решить проблему, ту задачу, которую в первую очередь решает Анатолий Эдуардович после безопасности, экологичности и дешевизны. Это транспортная доступность. Это необходимая составляющая инновационного транспорта, дорогие друзья. Где она решается? Почему сам подвижной состав сам себя ведет, и это неоднократно мы говорили на вебинарах, то есть тонны. Почему не могут быть
компактные подвижные составы. Естественно, он не говорил про транспорт второго уровня, но потом искали мы с Сергеем Анатольевичем его, чтобы подвести на стенд, не нашли. Ну, возможно, завтра мы также найдем этого человека, потому что его будет мнение очень ценно, что он думает о Skyway. Также, я думаю, что все видели репортаж, Волгобас, был задан с моей стороны компрометирующий вопрос, просто как представители инновационной, казалось бы, транспортной сферы, производящей беспилотные автомобили. Если убрать пневмомашину и, к примеру, создать несколько другое перемещение, вынести на второй уровень ваш транспортный модуль, считаете ли вы эффективным это решение? Ответ был нет, это будущее, то есть это все есть в интервью, дорогие друзья, у Сергея Анатольевича Перископе. И мы считаем, что эффективнее перемещаться на первом уровне и подстраиваться, создавать именно инфраструктуру, систему, многочисленные датчики, чтобы считывали, определяли движение человека, ребенка, не дай бог, перебегающего дорогу, и двигаться уже в устойчивом потоке на первом уровне. Это, дорогие друзья, также вот показывает ту составляющую, ту нишу, которую сейчас мы охватываем. Это действительно та ниша, которая не занята, и которую мы можем занять на очень большой процент. Если еще говорить про делегатов, которые к нам подходили на стенд, то представители Болгарии подходили, это уже по технико-экономическим именно вопросам, представители посольства Республики Болгарии по торгово-экономическим, руководитель подходил, обещал вернуться 2 декабря, потому что очень понравилось решение. Он увидел и туристический потенциал, и вообще решение, как обычно, многих транспортных проблем с помощью составляющих Skyway. Обещали подойти 2 декабря и общаться уже с генеральным конструктором ЗАО «Струнные технологии» Анатолием Эдуардовичем Юницким. Я могу сказать, что естественно, по сравнению с «Инотранс», с обилием контактов иностранных, иностранцев было не так много, но интерес огромный к нашей технологии. Действительно, растет уровень донесения информации менеджеров Skyway, то есть абсолютно не боязно отдать людей на любую выставку, будь то это Россия, будь то это Индия, будь то какая-то другая страна. Профессионально доносится информация, и вот мы развиваем с вами инвестпроводящую систему. Мы, естественно, с Сергеем Анатольевичем без устали, так скажем, как фанаты Skyway уже рассказывали о начале проведения испытаний юнибайка всем абсолютно и в Республике Беларусь, кого встречали, с кем задерживались, и в поезде умудрились. То есть человек выслушал большую достаточно лекцию, и, естественно, аргументов против фактически не остается, дорогие друзья. Мы обязательно будем проводить тренинги, потому что нужно доносить информацию кратко и пользоваться аргументами. Мы будем сокращать систему донесения информации, и те лендинги, даже которые мы планировали делать, было, стало, я не знаю, уже нужно показывать или нет. Визуализацию, допустим, как была путевая структура визуализации, как она есть в железе. Скорее всего, достаточно нескольких видео и просто в пункте зарегистрироваться, наблюдать за проектом, потому что что-то мне подсказывает, если нас сейчас 700 тысяч, как вот сегодня подсказал Денис Юницкий, то уже в первом квартале мы будем увеличиваться, уже приближаться к первому миллиону участников, наблюдателей проекта Skyway. И если сейчас 1/7 примерно составляет инвесторов и те, кто повторно инвестирует, то мы будем сокращать этот разрыв уже как минимум до половины, как максимум до четверти. Ну, естественно, с переходом на новые этапы. Новый этап, я могу сказать, что при учете, как вот сейчас вот такая возникла фраза, присказка,
уже готовят свои суперджеты словацкие коллеги. Они не приехали на первый генеральный технический прогон по причине именно болезни. И Франтишек готовит их приезд. Также планируются арабы. Также подтверждает вроде как представители Западной Африки. И сколько еще делегаций появится в этом гостевом доме? И сколько соглашений здесь будет заключено? Естественно, всем мы сейчас говорим, с кем общаемся на выставках. Вот Болгарии сказали, что большого смысла нет ехать к вам. Мы можем приехать, провести демонстрацию, презентацию уже технологии, но это будут брошюры самого главного. Вот почем говорил Руслан Усманович Гатаров, постучав по Юнибайку и сказать, что вот это убеждает. Дорогие друзья, сейчас убеждает то, что это все поехало, но если не все, то по крайней мере Юнибайк запущен. И я считаю, что индустрия Skyway, индустрия Transnet, ближайшее будущее, которое предстоит для всего человечества, запущено. И, как говорится, мы несемся на всех парах уже к демонстрации, как в своих репортажах говорил Анатолий Эдуардович, потом будет продемонстрирован Юнибус, потом будет грузовой транспорт продемонстрирован, потом высокоскоростной. И у нас есть решение о том, о чем говорят российские представители Hyperloop, корпорации Summa, гиперскорости, также есть это решение. Ну и цель всей жизни Анатолия Эдуардовича, мы также на этом будем останавливаться на вебинарах, потому что это очень важно. И настанет время, когда мы максимально будем это популяризировать, это общепланетное транспортное средство. Анатолий Эдуардович сказал в гостевом доме, что он это делает не ради денег, в первую очередь, если говорить про самого себя. И я думаю, что никто из делегаций не сомневался, что Анатолий Эдуардович достигнет всех целей. Анатолий Эдуардович вместе с нами достигнет на 99%, пускай для троллей останется 1% сомнения. Но, дорогие друзья, мы достигаем результат, мы строим Skyway, продвигаем Skyway каждый день. И как спел Михаил Кириченко на одном из иностранных языков «Отче наш», у нас небесная дорога, дорогие друзья. И мы продвигаемся, наш караван идет, летит, несмотря на то, что собаки все-таки продолжают лаять, но... Строй Skyway, спасай планету, дай дорогу мир Транснету и уже смотри видео, как пролетает на скорости пока что 37 км в час Юнибайк. То ли еще будет, скорости будем повышать, невзирая на комментарии троллей, уже в принципе без разницы. И вебинары мы будем также с Сергеем Анатольевичем вести немножко пожестче. И тех людей, кого не интересует, даже на вводном технико-экономическом вебинаре, люди будут понимать, что тот период, который был до 27 ноября, и тот период, который настал сейчас, это две разные вещи, дорогие друзья. Потому что нам есть что не просто рассказать, а показать в движении, в демонстрации. От декларации, от эмбрионного периода мы перешли уже к рождению, и сейчас уже будет наш организм Skyway развиваться, и эпоху Skyway увидят все. Сергей Анатольевич, вам слово. Благодарю, друзья. Ну, эмоции, конечно, переполняют, и надеемся, что мы передали вам частичку этого тепла, энергии, заряда Skyway. Как Алексей, так сказать, тут это, я тут рядом стоял, я обычно его слушаю по интернету, а сегодня, конечно, он прям тут, это самое. Ну, друзья, тут вы уж нас, простите, вы уж нас, так сказать, ну, там сказать, с пониманием относитесь, потому что, конечно, вчера, вот, когда мы там с Анатолием Эдуардовичем там и сидели, и, вы понимаете, это действительно...
трудно передать, это действительно трудно описать. Ну как вот вчера, вот я говорю, друзья, вот вы просто представьте состояние человека, инженера, руководителя предприятия, генерального конструктора, который всю жизнь к этому шел и начинает сбываться эта мечта. Ты видишь, как это все двигается, как это воспринимается, как делегации из разных стран мира, как реакция там в Перископе. Там. А вчера тоже интересный момент такой был, что я только закончил в Перископе вещать и показывать это, и уже через 6 минут ведущий интернет-портал Беларуси показывает эти ролики, показывает информацию о том, что в Беларуси запущены и так далее. То есть, друзья, получается, что они следят за перископами, следят за информацией, и это все распространяется вообще просто с колоссальной скоростью. Поэтому, конечно, конечно, друзья, что очень радует, что вчера, особенно Леницкий, у последнего вопроса, ну как все прошло вот, вот вчера, сегодня, вот это, то есть, ну какой может быть разговор, что значит как прошло? Это бенефис, это важный этап, это важная веха, это то, что к чему человек шел, и когда он это видит, это очень важно. И мы, как все, которые сопричастны к этому, соработники этого работы, мы, друзья, тоже с вами это все делаем. И здесь мы много раз говорили и много обращаем, что вот вы заметили, наверное, мы с Алексеем не сторонники того, что говорят, вот вы сейчас купили акции, вы миллиардеры, вы триллиардеры, вы завтра получите там сексиллион процентов. Друзья, вы, наверное, от нас никогда этого не слышали. Мы всегда говорим, что да, будет результат, да, мы все получим достойное вознаграждение. Но этот результат надо достичь, друзья. И мы с вами очень много говорили. Вот мы сейчас перешагнули этап с вами, когда все, технологии есть, показываются. Вы что, думаете, нет теперь проблем? Что все, у нас процесс перестал венчурный, все будут завтра друзьями Skyway? Да нет, друзья, не будут. У нас помимо друзей появится завтра еще куча врагов. И очень важных врагов. И у меня очень, вы меня спросили про моего еврея-банкира. Так вот, знаете, что он мне теперь говорит? Он говорит, да, вы показали технологию, а придут теперь большие дяди, и у вас все отберут. И у вас опять ничего не будет. И вы те людей, которые вы сегодня привлекали, вы не сможете выполнить свои обязательства. Вот. И он мне опять, раньше у него был аргумент, что мы снимаем на МКАДе опоры, что мы рисуем, как бы это делаем, собираем деньги. Теперь он говорит, ну хорошо, вы построили, сделали, молодцы, я вам верю. Вы доказали, что технологии вы сделали, но вы все равно обманываете людей, потому что у вас теперь это все отберут. Я вам говорю, а ничего, что у нас в Канаде управляющая команда, в которую входит сегодня премьер-министр. В Австралии это бывший министр транспорта, а вчера был сенатор, а он бывший губернатор Аделаиды. И он сегодня является нашим партнером. В Израиле у нас очень серьезный партнер. В Америке у нас люди, которые вхожи сегодня и в кабинеты, во все, и они наши партнеры. И они заинтересованы в этом бизнесе не меньше нашего. И в Гвинее, где мы создаем компанию, еще там входят люди, которые близки в окружении президентов. В Монголии у нас совместная компания. Еще, друзья, у нас помимо врагов есть очень существенные друзья. И вот эта вот борьба, она выходит, не мы бодаемся с теми, кто противодействует правильно, а мы уже сторонники и противники. И тех становится много, и тех, друзья. Так вот, мы не знаем, чем закончится этот процесс, друзья. Это венчур, это реально риск, то, что мы сегодня делаем. Но, как сегодня Андрей Шаронов очень здорово вел вот эту которую секцию, он посадил Лилию Мизамбекову, это из Хайперлупа, который представитель... суммы, да, там они инвестировали 80 миллионов. Сидит Олег Белозеров, сидит министр транспорта, он говорит, Олег, а вы не боитесь вот что, вот они делают за вас скорость? Он говорит, да ничего мы не боимся. Понимаете, а если завтра будет ответ, завтра будет Skyway рядом сидеть, это самое, это вы что? И тоже скажем, вы что нас боитесь? Никто нас не боится. У всех... И Олег сегодня Белозеров сказал очень важную вещь. Друзья, у всех своя ниша. Когда возникла авиация в начале 20 века, это сегодня Олег Белозеров, это все в записи, можно посмотреть. Он сегодня сказал, когда возник самолет, возникла иллюзия, что все, железной дороги, автомобиля больше нет, самолет решит все проблемы. Да нет, друзья. Прошло 100 лет и показало, что у самолета своя ниша, у поезда своя ниша, у автомобиля своя ниша. У Хайперлупа пускай Хай будет своя ниша. Не это самое, у Skyway своя. И дальше только время покажет, насколько она все расставит. У всех своя ниша, надо возить миллиарды людей, миллиарды тонн груза, всем места хватит. Покажите лучшее, покажите самое дешевое, покажите самое эффективное, и только это будет. Вот, друзья, что мы делаем. И как раз к здоровой конкуренции мы готовы.
конкуренции, которая будет показывать эффективность, мы готовы. Друзья, что всегда напрягает и почему Анатолий Эдуардович очень жестко реагирует? Готовы вот к тем засланцам, к тем людям, которые выступают, им все равно на эффективность. У них другой интерес. Есть интерес не запустить технологию в принципе или недобросовестная конкуренция. Вот это, друзья, совсем другие правила игры. Но, как я уже сказал, как у нас все больше и больше выходит уровень врагов, точно так же у нас все больше и больше повышается уровень друзей. И это, друзья, тоже очень важно, очень хорошо. И это тоже, друзья, развитие. И мы тоже не боимся тех врагов, которые сегодня придут. Потому что у нас теперь есть друзья, союзники, партнеры, с которыми мы вместе двигаемся. И этот уровень будет постоянно, друзья, повышаться. И это как раз то, что сейчас продемонстрировано, то, что сейчас сделано, и то, что мы сейчас с вами делаем. Ну вот, друзья, давайте, я думаю, что уже для 10:30 обычно мы позже, так сказать, уже хватит. Мы извиняемся, что чуть сдвинули сегодня время вебинара. Вот, завтра мы будем все репортажи и конец дня, как всегда, вы помните, из Берлина у нас была традиция, что в конце дня в Перископе всегда итоги. Сегодня мы не подводили итоги, потому что, ну, во-первых, мы сняли интервью с информационной службой Skyway Capital, вы его увидите как подведение итогов. Ну и самое главное, мы с Алексеем спешили на вебинар, где фактически сегодня такое обобщенное подведение итогов. Завтра в 18:00, как, друзья, традиционно, подведение итогов. В Берлине у меня был юнибайк, поэтому я любил подводить из юнибайка. Вот. Ну а завтра будет просто со стенда Skyway. Вот. То же самое будет послезавтра. То есть, соответственно, мы с вами отработаем, сделаем в Перископе, вы все увидите, что, как мы с вами отработали. Ну вот, друзья, давайте на этом сегодняшний день очень важный. У нас даже есть такая поговорка уже, которую мы с Алексеем вообще каждый день произносим. У нас сегодня как бы день для Skyway прожит не зря. Поэтому сегодня и вчера не зря, и позавчера, и сегодня. Друзья, работа идет. Как вы видите, мы абсолютно открыты, мы делаем максимум. И сегодня вся команда, и Настя, про Настю я могу сказать, просто молодец. Она вчера в организационном периоде участвовала, так сказать, это вечером на самолет, сегодня на стенде. И завтра с утра Виктор Бабурин, который вчера встречал делегации, сегодня в Москве, завтра в Минске, послезавтра опять в Москве. Это, друзья, конечно, дорого стоит, но мы работаем, мы знаем, зачем мы это делаем, мы все горим и продвигаем один проект, и естественно, что, друзья, мы надеемся, что это будет приносить не только моральное удовлетворение, но со временем еще и серьезный доход, серьезные венчурные премии, которые, я считаю, друзья, мы с вами весьма и весьма заслуживаем. Ну все, друзья, давайте на этом будем прощаться. Я думаю, что все ответы или вопросы... Теперь будет много-много выходить репортажей сегодня, завтра, потому что я могу сказать, Женя Петров, Никита, вся команда РСВ, которая работает в информационной службе, они работают тоже практически круглосуточно. Мы уже им скинули и все интервью с Сергеем Ивановичем Морозовым и с Андреем Шароновым. Все, завтра вы все это увидите уже в новостях, которые будут ходить, в комментариях, которые будет давать и компания, и Михаил Кириченко. Поэтому мы все работаем в очень тесной связке, друзья. Вот, поэтому мы делаем очень хорошее, большое и нужное дело. Сегодня еще одну фразу такую с Сергеем Ивановичем. Он говорил, вот вы сегодня делаете, говорит, что вы ожидаете в ближайшее время? Я говорю, Сергей Иванович, у нас десятки контрактов, которые сегодня идут по всему миру и так далее. Мы не хотим пробивать лбом стену, мы не хотим доказывать всем чиновникам, что мы здесь необходимы. Мы начнем строить по всему миру, придет время и в России, придет время и в Ульяновске. Он говорит, нет, в Ульяновске решаю я буду заключать с вами договор сам. Вот, поэтому, друзья, побольше бы таких чиновников, побольше бы таких губернаторов, побольше бы таких действительно светлых людей, как Андрей Шаронов. Вот, поэтому Skyway найдет свое место и найдет свое. Поэтому мы не сегодня ругаем всех охуенных чиновников, потому что есть среди них, друзья, и очень серьезные, настоящие, достойные люди. Вот, это тоже сейчас показывают, и постепенно будем двигаться, друзья. Ну, а я, друзья, вас еще раз поздравляю с началом нового этапа развития проекта. Всем благодарность от Анатолия Эдуардовича Юницкого. То есть он вчера прям искренне говорил, что мы это сделали вместе, и дальше он надеется, что мы только будем развивать и двигать краудинвестинг, то есть сегодня это очень такой эффективный механизм. Ну, а от нас, друзья, все, что зависит, будем делать, работать, показывать, объяснять, разъяснять, только вперед. Все, друзья, строй Skyway,
спасай планету. Всего доброго.